Приветствую, рыболовное братство. Сегодня я хочу половить, ну, какую-нибудь рыбку поймать, но использовать я буду сегодня, ну, я вам сейчас покажу прикол один. Как известно, ребята, ведущие фирмы, производящие прикормку, я имею в виду английские фирмы, вот, используют в прикормке рыбную муку. Вот. Они давно уже адаптировали эту рыбную муку, рыба уже как бы привыкла к ним. У нас это еще вяло происходит. Вот я сегодня решил провести эксперимент. Взял я рыбную муку, вот так, видите, для всяких поросят, коров, овечек они используют. Оно для аппетита животным. Ну и рыбе она тоже нравится. Я, в принципе, ловил, только на импортные прикормки, там, вот, английские, повторяю, проверенные. Вот. И сегодня я хочу в прикормку добавить вот эту рыбную муку и закормить вот это место. И посмотреть, что с этого будет. Наша рыба к этому еще не приучена. В принципе, я вариантов вижу только три. Или будет она хорошо клевать, или будет супер хорошо клевать. Ну и третий вариант, что она, рыба отсюда вообще уйдет и через пару лет только вернется. Но будем надеяться на лучшее. Сейчас буду устанавливать удочки. Взял я вот такие вот опарышей, червячков и одну там убийца карася на пенопласт заброшу. В принципе. Ну и будем смотреть. Но обильно все закормлю рыбной мукой, чтобы рыба была или подтянулась, или отсюда шуганулась на долгие годы. Ну что, будем смотреть, что получится с этого. Так, приступаем. Взял прикормку обычную. Вот, замесил я с водой. Сейчас я буду добавлять сюда рыбную муку. Вот. Скрываем вот это. Пахнет, короче, сушеной рыбой. Так. Ага. Водички подлить. Такого коричневого цвета, сейчас я вам скажу, перебило запах или нет. Да, перебило. Вот это чесночная у меня прикормка, а рыбная мука ее напрочь перебила. Вот. И получилось такой приятный цвет. Да. Вот она как пластилин гнется. Ну, а эти я более рыхлые для прикормки. Вот сейчас шарики поделаю, чтобы они не лежали комком там, а рассыпались. Вот эту я в пружину забью. Вот эту часть. А эту уже сделаю шары и уже прикормлю. Так. Это у нас отдельная тема.
прикармливаем. Сейчас через полчасика еще подкину и так буду до обеда подбрасывать, там уже прекращу. И будем смотреть, что получится. Я всегда, когда на рыбалку прихожу, то вот этих покупных опарышей, то я их сразу пересаживаю в нормальную емкость. Вот. И они там у меня хорошо хранятся, и потом, в принципе, как бы и в холодильнике живут. Вот такие вот лимпумпулечки. У меня старые. Коробку закрыл. Так сказать, в холодильнике лежат, они тоже превращаются в кастеры. Вот видите. На них тоже, кстати, можно ловить. В принципе, периодически можно пробовать. И все. А здесь у меня червячки живут. Тоже в холодильнике. Сейчас мы сюда добавим вот этих. О, смотри, как упаковали. Сервис. Ну, глянем, что они на мне подсунули. Ага, мелкие. Ну, в принципе, то, что надо. Пару штук можно насаживать. И все. Так, ребята, на убийце карася клюет. С рыбьей мукой приклонка. Уже тарабанило, сейчас что-то затихло, сейчас я еще подожду немного. Так что, оно нравится. О, о, видите, слышите? Получается чесночный запах чуть-чуть. И разбавил мукой, сама мука, и получился микс такой. Не знаю, что-то попалось или сидит там. И буквально перезабросил новое место и сразу поклевки. Я даже не ожидал. Подожду немножко. Вы, ребята, не поверите. Сейчас я себя настрою. Что я вытянул? Подклевка была. Я тянул. Такое ощущение, что было, ну, там крупный, типа там карпик, наверное, попался. Смотри, что я вытянул. Пластиковый стакан. А тут красноперочка. Она засеклась. И второй шарик вот этот крючком зацепился за стакан. Это классика. Я когда-то вынимал на спиннинг, вытащил, короче, на вертушку носок. Еще пару раз кинул, вытащил второй носок. Короче, до пары получилось. Вот такая штука. А я уже обрадовался, думал, красть. Но рыбу она не отпугивает, то есть надо ловить. О, брат звонит. Алло? Да, да, да. Короче, вытянул красноперку, да? А второй крючок зацепился за пластиковый стакан такой, знаешь, большой.
Да, а я тянул, знаешь, такой мощный, думаю, ну, карпика поймал. Короче, давай, на видео ты попадешь. Ну, уже, по телефону. Давай. Вот так, ребята, надо ловить. Ну что, ребята, у меня две новости. Одна плохая, другая хорошая. Начнем с хорошей. Короче, прикормка никого не отпугивает. Хорошо ловится. Вторая, это ловится вот такая вот, ближе к себе, красноперо. Ну, то есть надо ловить на эту, добавлять ее. Не знаю, может попозже немножко покрупнее подойдет, но мне кажется, это хорошо. Так что, как-то так. Будем ловить. Не отпугивает, не. Хорошо работает, все. Я уже успокоился, мне уже легче стало.